Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня мы, как всегда в это время, по крайней мере, говорим о том, что происходит на финансовых рынках, но я прошу прощения, может быть, у тех, кто ежедневно, да, в это время как раз и ждет от нас текущей информации, мы сегодня ей, ее касаться будем в меньшей степени, а может даже и совсем не кашнемся, потому что Сегодня день знаменательный, ну, для меня как минимум, потому что, во-первых, у меня в гостях, да, человек, которого я уважаю и ценю, вот, это Игорь Домброван. И теперь правильно, как тебя представить? Глава? Глава представительства САКСа Банка в Москве. Глава представительства САКСа Банка в Москве. Игорь, да. добрый день. Добрый день. Ну, а собрались мы не просто так, а собрались по поводу. Встретились да. с Игорем и по поводу, потому что вчера состоялась ежегодная... Ну и так далее, я надеюсь, ты сам об этом расскажешь более подробно, да, ежегодно. Потому что само название ⁇ Шокирующие предсказания ⁇ оно, конечно, во многом режет слух в хорошем или не очень хорошем смысле. Шокирует. Шокирует, безусловно. А с одной стороны, это интрига, конечно же, с другой стороны, хотелось бы разобраться, да, собственно, чего ждать, потому что предсказания всегда это кот в мешке. Как правило, ну а слово Шокирующий добавляет некий, некого негатива, да, к этим ожиданиям. А, поэтому я сейчас тебе предоставлю слово, и ты все подробно изложишь. Я единственное напомню: для наших слушателей, а, поскольку у нас эфир прямой сегодня, и они могут присоединиться к нашей беседе, как всегда, либо позвонив по телефону в студию номер которого 65 10 99 и 6, код города 495, либо написав на сайте finam.fm, и, собственно, у вас есть возможность, уважаемые слушатели, задать вопросы Игорю, поспорить, может, даже с ним, прокомментировать собственные мысли, да, поделиться собственными наблюдениями на этот счет. Очевидно лишь то, что заканчивается 13 год, последняя неделька, полторы уже такая торговля-то вяло-вялая, -вялая. Происходит последнее событие. Сегодня мы все-таки ждем решений по, по заседанию двухдневного Федрезерва. Посмотрим, что там добавит это или не добавит все. А, а дальше уже смотрим в будущий год. И вот там много всяких да, интересных ожиданий, событий, шокирующих и не очень. Ну давай, итак, да. начнем с того, что же вчера состоялось в Саксобанке. Ну, во-первых, спасибо за, за такое приветствие за теплое приветствие. Мне тоже очень приятно быть здесь, быть здесь э, и очень приятно с тобой обсудить э, наши новые шокирующие предсказания. Э, мы делаем это уже в одиннадцатый раз. Начали мы, э, начали мы делать шокирующие предсказания в 2003 году. И э, здесь как раз мы не ставили перед собой целью предсказать, что будет в следующем году. Наш мир стал таким непредсказуемым, что делать это совершенно невозможно. Совершенно верно. Но э, что мы считаем важным, э, и что мы делаем, и чего мы пытаемся добиться этими предсказаниями, это мы пытаемся, э, проанализировав нынешнюю ситуацию в мировой экономике, в мировых, на мировых финансовых рынках, э, посмотреть, какие могут возникнуть так называемые черные лебеди. Угу. Это термин, который в свое время ввел, по-моему, Насим Талеб, угу. э, которым называют какое-то событие, которое, вероятность наступления которого она не очень велика, угу. э, но не нулевая. Но влияние которое это событие может оказать на, на, на каждого из нас да. оно очень велико поэтому мы каждый год собираем 10 таких событий которые вероятность которых наступления в следующем году есть но Но, но она опять же не велика. Uh -huh. вот. И пытаемся... Ну, такой своеобразный риск-менеджмент, да? Ну, что будет, если вот произойдет это? Будет да, вот да. то то Что будет, если произойдет это? Uh -huh. Что будет, если произойдет то? Причем очень аккуратно отбираем э, вот это-то, вот э, то, что будет, если. То есть, да, что, да. Чтоб, э, что именно произ... может произойти. То есть, надо сформулировать точно, да, чтобы не было никаких разночений. Да. А, кстати, почему 10 позиций в этом списке? Ну, 10 это, чтобы э, круглую... цифра была. В, внимание не растекалось, но, с другой стороны, чтобы было какое-то поле. Для обсуждения uh -huh. вот. набор был когда ну и учитывая э, то что э, мир хоть и стал сейчас очень маленьким и, но но тем не менее и если... поясни пожалуйста мир стал очень маленьким мир стал маленьким в смысле можно можно дотянуться до любой точки а, <laughs> да, до любой точки одним кликом мыши или там в течение одного перелета uh -huh, uh -huh. перелететь полмира. В этом отношении мир стал маленьким. Но тем не менее существует большое количество регионов, в, в которых есть специфика, большое количество конкретных рынков, на которых есть своя специфика. Uh -huh. Хотелось бы охватить этими предсказаниями все вот эти регионы uh -huh. и, и все рынки. Uh -huh. Именно поэтому ну как-то остановились на на цифре 10. Никакого другого магического смысла здесь нет. Да, да, хотелось бы, чтобы еще какой-то волшебный такой 10, потому что... Под Новый год. Под Новый год, тем более, да. Хорошо, ладно, здесь у нас интриги никакой. 10, потому что 10. Да. Ну, можно пойти по списку. Во-первых, можно посмотреть все эти предсказания на нашем сайте, saxobank.ru, зайти, скачать, проанализировать, можно их обсудить на нашем портале Посвященном трейдингу, uh -huh. обсуждению вопросов трейдинга инвестиций, это, это, это tradingfloor.com. Ну, а сейчас можно пройти кратко по списку потом остановиться на давай, самых давай, интересных давай. моментах, которые мы захотим обсужди, обсудить. Uh -huh. Начнем со Стина Якобсона. У нас есть, есть команда аналитиков в головном офисе Саксобанка в Копенгагене. И каждый из них сделал один-два прогноза. Uh -huh. Стин Якобсон, наш главный экономист, в этом году выступил с прогнозом о том, что в ЕС может быть введен налог на богатство. Опа. Да, и э, логику мышления я вижу, э, по сути, эту схему, можно сказать, обкатали на Кипре. Вот-вот-вот, это последствия да. кипрского кризиса. Наверное, да, Наверное. обкатали на Кипре, и вполне может быть, что... 1% самых зажиточных европейцев заставит заплатить 5-10% своего благосостояния. Мы увидели, что весь мир благополучно пережил. И, угу. можно сказать, даже уже забыл, да. то, что да. на Кипре. А, как минимум, с свыкся в с смысле, такое возможно. Э Это да, уже да. не считается чем-то из ряда вон выходящим. Вот, То есть, почва подготовлена. И э, поэтому э, есть мнение, что э, есть мнение, что э, этот э, этот проект могут повторить в более широком масштабе, возложив его вообще на... существует мнение, мы по-моему тоже с тобой обсуждали, что это был такой э... Тест такой, да, попытка протестировать, а как общественное мнение на это будет реагировать, как будет банковское сообщество на это да. реагировать, да, как народ будет, Не нормально все, все проглотили. В общем, одно из наших шокирующих предсказаний, что это будет повторено в масштабах Европы, по крайней мере, в масштабах Еврозоны, uh -huh. соответственно, что делать в этом случае? Уходить в какие-то, ну, традиционные uh -huh. безопасные гавани, покупать золото и сортить лакшери-бренды. Uh -huh. Нормально. Да. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Так, Не, как... ну, нет, я очень люблю еще и торговые рекомендации при этом услышать. Ну, если мы увидим, что это конечно, будет происходить, то... то это логично, по крайней то, мере. То, то логично купить золото uh -huh. э, каким-то образом, э, либо через ETF, э, либо напрямую на споте, uh -huh. и зашортить акции э, компании, производителей лакшер брендов. Uh -huh. Потому что спрос на них будет явно уменьшен. Uh -huh. э, поскольку их клиентов. Обдерут процентов. процентов Возможностей у них станет меньше. Возможностей у них станет меньше. Есть мнение, что китайцы спасут этот рынок, э, uh -huh. но я не думаю, что они смогут полностью вытянуть ситуацию. Uh -huh. Uh -huh. Это наш первый такой так. черный лебедь. Далее, э, Стин беспокоится о том, что на выборах в Европарламент, которые пройдут в мае следующего года, может укрепиться коалиция, выражающая настроение против евро uh -huh. вообще. И это может стать началом дезинтеграционных процессов в еврозоне. И для этого есть, есть все предпосылки. Uh -huh. Еврозона, она трещит по швам. Uh -huh. Мы видим, что там, туда попали страны, которых очень трудно объединить в какую-то одну экономическую модель. И... Но они, слава богу, уже больше 10 лет да, как-то... Слава богу У умудряются, больше... умудряются умудряются сосуществовать. Однако проблема понарастающая ну, с каждым да. годом, ну, мы да. это видим. Угу. Вот, соответственно, одно из это это второй черный лебедь, угу. который подразумевает, что будет в Европарламенте будет набрано большинство. Из сторонников дезинтеграционных uh -huh. процессов. Uh -huh. И вполне возможно начало. Кстати, можно, наверное, да, подчеркнуть, Игорь, что э, это не случилось раньше, именно потому, что не было политической воли. Да? То есть люди, которые сейчас у руля в еврозоне, uh -huh. они все-таки пытаются каким-то образом углы сглаживать, uh -huh. да? 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 Да. Не брать на себя ответственность. А если придут более радикальные как, какие-то политики. Появится, как, как только да. появится радикальное большинство, да, вполне да. возможно, что начнет происходить то, о чем мы говорим uh -huh. последние год-два. Uh -huh. uh -huh. И это, кстати, вот уже в качестве прогноза на ближайший, на будущий год уже вполне вероятно. Да. Игорь, мы прервемся. Новости на Финам ФМ. Сейчас послушаем, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам ФМ. Сегодня в гостях у меня Игорь Доброван, глава представительства Сакса Банк в Москве. И обсуждаем мы шокирующие предсказания Сакса Банка на 2014 год. В общем, напомню я, да, список из этих предсказаний достаточно широк, 10, 10 пунктов там, 10, 10 пунктов, да, вот, и, значит, сейчас мы договорились с Игорем кратко этот список озвучим, а потом, да, а по, потом, потом по, основным, да, по основным параметрам, собственно, пройдемся более детально. Я напомню для вас, еще раз, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm, собственно, можете позвонить, написать, задать свои вопросы. Продолжим. Да. Наверное, тема, которая наиболее интересна российскому, российскому инвестору, uh -huh. это тема по динамике цен на нефть. Так здесь свои предсказания сделал Олис хансен это наш глава отдела по торговле. По, по торговле товарно-серебряными фьючерсами. Uh -huh. И у него прогноз такой, что в течение года цена на нефть марки Brent опустится до 80 долларов, может даже ниже, uh -huh. и потом отскочит обратно до 100-105 до, до, до долларов. Ну, то есть вот этот момент отскочит, да, тем более такое профессиональное слово, употребил, то есть этот момент снижения, он будет во времени все-таки не слишком не затяжным. Он, да. он будет месяц-два, месяц-два, и, в общем-то, здесь есть совершенно конкретные соображения по механике процесса, о том, почему это будет происходить. Uh -huh. Поскольку мы видим, что проблемы с поставками из Ливии, они в основном решились, санкции против в отношении ирана смягчается угу. соответственно будет приток будет приток увеличение будет предложения угу. приток нефти на мировой рынок при этом опек и особенно соединенные штаты скорее всего их реакция запоздает они они не смогут оперативно отреагировать на увеличение предложения да на увеличение предложения uh -huh. с, снижением своего предложения или каким-то образом э, или каким образом уменьшить предложение вообще э, uh -huh. на, на мировом рынке в целом uh -huh. вот эта вот замедленная реакция она и приведет к снижению не, э, к снижению цены uh -huh. до 80%. Uh -huh. но поскольку э, Нефть не может оставаться так долго на таких ценовых уровнях. То есть это невыгодно никому сейчас, это, да? Это невыгодно никому. Ситуации, И да? это невыгодно в первую очередь тем, у кого есть для этого все инструменты, для, для исправления ситуации, это Соединенным Штатам. Инструменты манипулирования, инструменты, да? можно ин так. Ин инструменты управления. Управление, <laughs> хорошо, управление. Инструменты управления ситуацией. Для них это недопустимо, поскольку нынешние технологии добычи сланцевой нефти, они... Они, они довольно дорогостоящие. Uh -huh. Мало того, что они за, загрязняют окружающую uh -huh. среду, они еще и довольно дорогостоящие. Поэтому при цене э, нефти э, ниже 100 долларов они теряют экономическую целесообразность. Uh -huh. Uh -huh. А значит, э, Соединенные Штаты приложат все усилия для того, чтобы нефть была выше уровня 100. Э, соответственно, я нисколько не сомневаюсь, что у них это получится. Uh -huh. э, это займет какое-то время. Вот, соответственно, вот, поэтому Оля и предсказывает такое v образное движение. Сначала uh -huh. просадку uh -huh. на фоне увеличения предложения и затем отскок до, до нынешних уровней. Ну а кстати, говорить, если о реакции все-таки внутри российской экономики, ну я не про, даже про рынок сейчас не говорю, я так понимаю, что все-таки мы не успеем испугаться, да, если это будет краткосрочно. Я думаю, что мы не успеем испугаться. Это будет, мы считаем, что эта просадка будет длиться месяц максимум два дольше будет очень болезненно для для американских производителей uh -huh, uh -huh. сланцевой нефти вот то есть Россия даже не успеет испугаться хотя наверняка какая-то волна э, Конечно, как всегда катастрофических настроений Безусловно. пройдет да, поскольку в бюджет заложены немножко другие цифры да, то есть мы... Успеем поухать поахать, да? Да, но э, друг... но потом все каким-то волшебным образом. Волшебным, само собой, см... само собой решится. Это здорово, когда все решается само собой волшебным образом. Ага. Вот это одно из предсказаний Оли Хансена. Второе предсказание это он считает, что Германия войдет в состояние рецессии. В последние годы Германия была локомотивом роста в европейской экономики. Uh -huh. Однако э события последнего времени, э ориентация Китая на внутреннее потребление, э усиление, в, ус усиление в правящей коалиции Германии роли э СДПГ, uh -huh. э у которой на повестке дня улучшение, э повышение уровня жизни низших и, и средних слоев общества. Э Соответственно, все это приведет к тому, что спрос на немецкую продукцию будет падать. Uh -huh. И вполне вероятно наступление рецессии в Германии. Uh -huh. это не, да, это, это интересно. Неожиданно, тем более сейчас мы очень, ну, достаточно часто слышим, да, что ну, Штаты, понятно, они впереди планеты всей, но и, Ге и Европа да, подтягивается. ну Говоря о Европе, мы имеем в виду, прежде всего, Германию, конечно же. Вот. И в этом смысле, конечно, неожиданно говорить о том, что планируется, да, планируется. Ожидается. Не то, что да? планируется, но есть все предпосылки для того, чтобы это случилось. Угу. Опять же, должны сложиться несколько факторов. Совершенно верно. А если более детально, ну, предположим, да, что произошло действительно событие, которые закончились рецессией германской экономики, а как на оставшиеся страны еврозоны это может повлиять? Ну а как может повлиять ä, потеря Локомотива? Uh -huh. Все, все тогда, да? Да, я думаю, что это будет рецессия не не только в Германии, uh -huh. а в еврозоне. И если она войдет в дефляционную петлю, э, как как в свое время Япония, которая не может из нее выбраться уже сколько два десятилетия, Совершенно то перспективы. Да, перспективы печальные, согласен. Перспективы довольно печальный. Печальны. Хорошо, давай дальше. Такие предсказания сделал Оли э, Хансен. Uh -huh. э, далее. Питер Ганри, он у нас специализируется на анализе фондового рынка. Внимание Питера Ганри привлекла так называемая Сточная пятерка» в IT-секторе в Соединенных Штатах. Uh -huh. есть, есть несколько компаний, он отобрал пять. Пять компаний IT-сектора — это Amazon, Netflix, Twitter, Pandora Media и Yelp. Что привлекло его внимание, это то, что компания эти акции этих компаний торгуются на уровне на 700 процентов выше, выше рыночной оценки их стоимости. Угу. По сути это такой пузырь внутри пузыря локальный мега пузырь. надут он тем, что вот этот большой пузырь внутри которого, да, локальный, это рынок <гул> это <гул> имеется в виду <гул> вообще, американский в целом, фондовый, фондовый рынок, да, <гул> а это внутри, <гул> еще а это один <пузырь> внутри этого <гул> пузыря такой мегапузырь, uh -huh. ну, <Yellow> <гул> ну, uh -huh. ну вот судя по цифре переоценки, ну 700 продать 700 процентов конечно, надут он дальше некуда. При этом, тем не менее, деньги туда продолжают течь. То есть вот эти вот Рисковые дешевые деньги, которые поступают от команды от программы количественного послабления, uh -huh. по сути, они, большая их часть она течет сюда. Какая-то часть идет на рисковые, на другие рисковые рынки развивающихся стран. Uh -huh. Но какая-то часть привлекается именно вот в этот пузырь, в эти компании. Uh -huh. А то, что проходит, происходит в отрасли, конструктивно назвать нельзя. Вспомним хотя бы недавний пример, когда э, компания Facebook э, предложила купить компанию Snapchat за 3 миллиарда долларов. При этом обратите внимание, что у компании Snapchat нет доходов, нет выручки. Но это не все. У нее нет бизнес-модели получения этой выручки. И вообще обычно... Э, ну, Бизнес-модель — это когда покупают компанию для того, чтобы эта компания в будущем генерировала какие-то прибыли. Это очевидно. Да. Смысл тогда. А в данном случае мотивация сделки, не сделки, а предложение сделки uh -huh. для Facebook была в том, чтобы э, удушить Snapchat на этапе на, на самом начальном этапе uh -huh. развития. Uh -huh. Потому что если Snapchat пойдет в рост, пойдет в развитие, он просто оттянет часть аудитории Facebook. То есть, получается, это люди инвестируют не в развитие, uh -huh. а люди душат... Своими деньгами. Такая недобросовестная конкуренция. Опять. Да, это какой-то такой конструктивный деструктивизм. Деструктивизм, совершенно верно. Соответственно, то, что происходит в отрасли... Антибизнес какой-то. Антибизнес. То, что происходит в этой отрасли... Очень тревожные сигналы. А, а что касается вот этих вот э, этой, этой этой сочной пятерки, как их назвал э, Питер, э, uh -huh. то, то масштабы переоценки они просто поражают и они абсолютно неконструктивны. конструктивны. Uh -huh. Предсказание Питера очень простое: э, если взять индекс на последний торговый на последний торговый день 2013 года из этих компаний uh -huh. и поставить его на уровне 100, то в течение 2014 года ожидается его падение в половину до 50, до 50. по мере отрезвления по по мере оценки оценки реальной стоимости uh -huh. инвесторами и, и соответственно оттока инвестиций из этих из этих компаний и кстати мы видели примеры мы помним как лопался пузырь Доткома. — да ну видимо это уже все-таки в прошлом и я не знаю зарубцевались швы у тех кто тогда потерял деньги да а новые поколения инвесторов может быть и не совсем представляю, не совсем помню, да, да. да, не совсем помню. Тем не менее, э, вот э, такое предсказание относительно перспектив, uh -huh. Uh -huh. Э, относительно перспектив э, вот этой сочной пятерки. Далее, э, есть у нас время еще, да? Ну давай начнем, да, а потом прервемся, послушаем новости. Да. Далее еще одно предсказание касается э, отчаянной ситуации, в которой находится Япония, uh -huh. и предсказание о том, что э, доллар иена двинется ниже 80. Вот эта цифра, да, я сегодня когда просматривал, это меня цифра просто поразила. Ниже 80. После того, что да, год практически, чуть больше года уже делает японское правительство и загнала выше 100. Ну ладно, мы прервемся сейчас, как раз еще раз новости послушаем и на эту тему продолжим. Ну что ж, продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Сегодня темой нашего обсуждения являются шокирующие предсказания на 2014 год от Сакса Банка. В гостях в студии э, сухого остатка Игорь Домброван, глава представительства Сакса Банк в Москве. Телефон студии 65 10 код города 495 и сайт компании финам.фм. Если вас заинтересовал наш эфир, звоните, задавайте свои вопросы или поделитесь собственным мнением. А мы предлагаем, собственно, озвучивать эти самые шокирующие предсказания. Остановились мы на Остановились мы на, на Японии. На, на Японии и, и конкретно на японской иене и, и на том, что э, есть одно из наших предсказаний, да. это то, что японская иена движется, э, двинется на уровне ниже 80, угу. и это приведет к тому, что э, Центральный банк Японии будет вынужден в срочном порядке распродавать э, государственные облигации. Э, то есть, по идее, то есть заниматься обратным процессом. До этого они скупали облигации для того, чтобы профинансировать uh -huh, uh -huh. для того, чтобы профинансировать свое правительство, и мы видим, что увеличение, увеличение отношения госдолга к ВВП достигло просто каких-то фантастических размеров, там 215 процентов. Uh -huh. Даже Америка до этого далеко. Но но всему наступает предел, и, соответственно... Одно из наших предсказаний состоит, угу. состоит в том, что э, как только рисковые инвесторы двинутся, двинутся в Японию, э, вот это вот движение, движение иены на уровне ниже 80. Ну, то есть, смотри, я так понимаю, предсказание базируется на том, что? Что-то должно произойти, э, да, в результате чего мировой инвестор вновь воспринимает японскую иену как актив-убежище, да. старается да, свой капитал сохранить, ну и дальше вот борьба непосредственно с монетарными властями Японии, приводит к тому, ну это на самом деле история... Таких, в истории таких примеров много: да, что э, Банк Японии, в частности, да, пытается там ослабить иену, проводит массированные валютные интервенции. Потом через пару-тройку торговых сессий спекулянты опять загоняют все туда, где было до этого. И, мы это видели много мы раз. Это видели и, много и, раз, да. совершенно верно. Тем не менее, вот последний год мы все-таки наблюдаем, что да, я, японцы проводят, да. Да, проводят агрессивную политику того же самого смягчения иена выше 100 держится уже да, пару месяцев, да, ну и собственно никаких оснований для резкого разворота-то нет. Вот что должно произойти в мире, чтобы инвестор побежал в иену? А, да должно произойти, в общем-то то, чего мы все это самое, а, то, чего мы все и ожидаем, это выход инвесторов из рисковых инвестиций uh -huh. и перенаправление потоков в какие-то валюты убежища в условиях неопределенности. Угу. В данном случае валюта убежища, один из вариантов, это Япония. Японская иена. Да. И если вот эти инвестиционные потоки действительно выберут иену угу. в качестве валюты убежища, то тогда развитие этого сценария, оно вполне возможно. Совершенно верно. Совершенно верно. Так, дальше. Следующий прогноз от Джона Харди, главы отдела валютных операций. Первый его прогноз, то, что индекс CIC 40, французский э, индекс, uh -huh. понизится на 40% в, в течение 2014 года. А, здесь какая логика, uh -huh. логика рассуждений? По сути, Франция, как вторая, наверное, экономика после Германии uh -huh. в, в Европе, она находится сейчас в очень плачевном состоянии. Тот налог, который установили на уровне 70 или даже 75%. Uh -huh. Да, он при приводит к тому, что ну, какая-то часть людей богатых начинает просто вывозить свои капиталы из страны. Плюс есть большие вопросы к способам выхода из кризиса, который uh -huh. выбрал французский президент. И не исключено, что он может даже подать в отставку. Вот, соответственно, рынок недвижимости тоже находится в очень плачевном состоянии. О восстановлении речи не идет. Uh -huh. То есть либо продолжение падения, либо цепляние за текущие уровни. Uh -huh. И в этой ситуации вполне может вполне может быть так может так случиться, что инвесторы, увидев полную бесперспективность, начнут выходить из из акций французских производителей. Uh -huh. И это и это приведет к такому жесткому падению французского фондового индекса uh -huh. Но я опять подумал что наверное неправильно было бы говорить что что-то произойдет во франции локально вне привязки к еврозоне в целом и к той же германии наверняка да я думаю да я думаю все это очень взаимосвязано uh -huh, uh -huh. мы живем вообще в очень таком глобальном очень очень взаимосвязано если вспомнить предсказание по поводу э, сценария развития да, э, ситуации в Германии, mm -hmm. вот ее негатив может. Может перекинуться, может перекинуться на Францию, может а, это, а это переключит внимание инвесторов на Японию. Э, да, вот, вот оно, вот пазл, да, да Игорь, пазл-то и складывается. Вот, вот он, пазл складывается. Как в одном из. недавно читал, изучал очень интересное исследование, в котором ученые физики, причем исследовали э, сеть глобального контроля э, глобального корпор корпоративного контроля в мире. Uh -huh. Они отобрали 600 тысяч транснациональных корпораций и э, провели связи, кто контролирует кого. Получилось более миллиона связей между ними. Uh -huh. И по сути, э, мы уже все знаем, что распределение, распределение богатства, оно очень неравномерно но в данном случае они исследовали не распределение богатства, а распределение контроля, угу. поскольку, во-первых, гораздо важнее, ну, когда человек или компания владеет долей в другой компании, в первую очередь это это, это право голоса. Да. И получилось так, что 730 из, из этих 600 тысяч транснациональных корпораций, в том числе и финансовых угу. которые... Которые именно занимаются тем, что владеют и голосуют. 737 компаний, корпораций владеют 80%, контролируют 80% uh -huh. всего богатства в мире. Это 0,123%. А это значит, что, по сути, одна точка в круге э, диаметром метр контролирует 80% этого круга. Uh -huh. И в такой ситуации, <свят> вот, вот эта вот ситуация концентрации контроля и очень сильной взаимосвязи, она делает нынешнюю мировую финансовую систему очень подверженной системному риску. Uh -huh. И в том числе, это, это, это одна сторона монеты, а другая сторона монеты, это очень затрудняет, затрудняет конструктивный подход и какие-то изменения. Они yeah. будут цепляться за свои предыдущие вложения до последнего. Uh -huh. Uh -huh. Ведь, по сути, практически все проблемы и в еврозоне, и в Японии, и в Соединенных Штатах, они связаны с чем? Они связаны с тем, что был в свое время извращен э, принцип, э, экономический принцип кредитования. Что такое кредит? Вы берете кредит для повышения своей производительности, для того, чтобы развить новую технологию, купить новое оборудование. Далее, после того, как вы использовали этот кредит для увеличения своей производительности, ваша производительность возросла, и у вас есть возможность выплатить больше, чем вы взяли, проценты. Если вас... вернуть кредит, вернуть кредит да, и вы... проценты, откуда берут проценты? От увеличенной производительности. Верно. Если ваш проект провалился, это не значит, что нужно брать новый кредит для того, чтобы платить, закрыть старый, да. чтобы закрыть и угу. платить проценты. Угу. Это порочный круг. Нужно признать, что этот проект закрыт, он потер... он э -э он привел к убыткам. Угу. Мы его закрываем с убытками и ищем новый проект. Но почему-то в условиях в нынешних условиях угу. все возвращается, все вращается вокруг первой модели. Новые кредиты используют для выплаты процентов по старым и для того, чтобы их растворить в, в, в общем пуле кредитов uh -huh. и таким образом не нести убытки. Uh -huh. Следующий следующий прогноз от Джона uh -huh. это прогноз касательно валют слабой пятерки. Uh -huh. в, валюту слабой пятерки он он включил часть стран БРИКС. В общем сюда входят Бразилия, Индия, ЮАР, Индонезия и Турция. Это развивающиеся страны, которые последние годы развивались очень динамично, в которые втекали миллиарды вот этих вот рисковых денег, uh -huh. которые поступали от программ количественного послабления. Им нужна была высокая доходность, они были готовы идти на высокий риск, эти деньги вливались на, на, на фондовые рынки этих стран, этих пяти стран. Развивающих рынков я бы сказал, что они наносили больше вреда, чем пользы. Они раздували стоимость активов, угу. они развивали стоимость акций, но они не приводили к какому-то экономическому развитию и не вкладывались в долгосрочные проекты. Для этого нужны более длинные деньги, чем спекуляционные. Ну, то есть, по сути, тот же пузырь, да, там какой -то, тот же пузырь. Каком -то... Да. И э, в случае сворачивания программы количественного послабления. Деньги оттуда потекут в первую очередь. Деньги выходят в первую очередь с самых рисковых позиций. Угу. А это и есть самые рисковые позиции. А учитывая то, что э, текущий счет практически у всех этих стран он отрицательный, э, и многие из них э, даже испытывают проблемы кредитоваться на более на более длительные э, на более длительные периоды, им приходится закрывать свои разрывы короткими кредитами у них не останется никакого инструмента для поддержания статуса кво, для избежания банкротства, кроме как обесценивания своей валюты. Uh -huh. Поэтому прогноз такой, в течение года как минимум на 25% подешевеют валюты Бразилии, Индии, ЮАР, Индонезии и Турции. Кстати, вот летом этого года, мне кажется, была репетиция такая. Ну, как минимум, да, мини-вариант. Мы видели примерно то же самое после объявления о том, что, возможно, сворачивание куе. Помнишь, да, была ну, реакция да, рынка да. резкий слив. Соответственно, все побежали из валют вот этих самых развивающих. Ну, в частности, это было и Бразилия. У и... меня такое и, впечатление, и что они в этом году прощупывали. Именно так, да. да, да. Они, тестировали, они, тестировали. Они прощупывали да. реакцию рынков. Э мелкими такими uh -huh. э вбросами, вбросами вбросами да и и смотрели какая будет реакция где для того чтобы для того чтобы просчитать ситуацию на будущее да. и частично это происходит потому что на самом-то деле нет экономической модели, угу. которая позволяла бы просчитывать эти ситуации. — То есть похоже так, что движется кто-то, да, так на ощупь. Здесь да? вот здесь да. ямка, нет, здесь, здесь, здесь да. можно встать. А вот здесь ямка, тогда я пойду другой стороны. Старые экономические модели, они сейчас не работают. Угу. Мы это увидели еще в начале кризиса. Собственно, и кризис произошел, потому что мы опирались на старые экономические угу. модели. Угу. И, соответственно, о новых экономических моделях нет. Такое впечатление, что вот их прощупывают. Угу. — и пытаются вычислить. Ну, и опять-таки, если верить предсказаниям э, Саксо-банка, что 2014 год как раз может быть годом, когда эти экономические модели будут активно использовать. Но новые я имею в виду, да, в частности, да? вот да. А, то, о чем мы говорили сейчас, да, да вот, я думаю, что... В отношении стран. Нам предстоит очень интересный год. Да, да, интересный. В кавычки бы я его поставил, сейчас говоря. это слово. Интересный. Такой интересный год. Так, давай дальше. Дальше Мацкофуид делает свой прогноз о том, что Соединенные Штаты стоят на пороге дефляции. Так. Сейчас все говорят о том, что в Соединенных Штатах все хорошо, что экономика растет, но на самом-то деле, на самом деле экономика не растет. На самом деле растет фондовый рынок, и то, что мы видим, это то, что фондовый рынок все дальше и дальше все дальше и дальше да, от реальности. отрывается от реальности. Я с тобой согласен. Но, тем не менее, последнюю статистику, если брать, мы видели и хорошие да, цифры по рынку труда, и ВВП э, не далее как да, нарисовали, достаточно приличный. И вот этот оптимизм, он, может быть, имеет все-таки какую-то реальную почту? Ну, я думаю, что большая доля в этом ВВП, это, это все-таки доля государства. Угу. А это уже... Не, не совсем то. Не, не совсем то. То есть тут вполне возможно какие-то... Ну, слово это же, это же слово. Статистически. Да, да, погрешности. Давай еще раз послушаем новости, потом продолжим. Ну что, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам ФМ. Напомню еще раз, сегодня мы озвучиваем шокирующие предсказания на 2014 год от Сакса Банка. В студии Игорь Доброван, глава представительства Сакса Банк в Москве. И еще раз, телефон студии 65 10 6, код города 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, Игорь, продолжаем, продолжаем. Значит, коснулись мы, собственно, гл глыбы, глыбы, да? Да. Локомотивы мировой теперь уже экономики, Соединенных Штатов Америки. И что там будет происходить? Э -э опять, э статистика говорит о том, что безработица снижается. Да. Но к американской статистике я бы относился осторожно. Э -э что значит безработица снижается? Они говорят о снижении количества безработных. Но безработных они считают только тех, кто находится в поиске работы. Uh -huh. Есть, В человек... активном, да, кто да. за пособиями приходит, кто... отмечается да, да, на да, бирже. Есть, да. Если человек отчаялся и перестал искать работу... Угу. Он уже не безработный. Он не безработный, и безработица уменьшается. Да, и статистика да, улучшается, согласен. Чудеса. Чудеса. Да, а, а на самом-то деле, что мы видим, это, это что зарплаты не растут. А вот это вот очень яркий показатель. Угу, угу. Ведь, по сути, если безработица начинает падать, значит, зарплата должна начать расти. Угу. Поскольку увеличивается спрос при падающем предложении uh -huh. на рынке труда. А этого-то мы как раз не видим. Поэтому сказать о том, что происходит улучшение на, на американском рынке труда, я не могу. Uh -huh. Второе, это то, что э, на середину января у нас запланирован очередной спектакль uh -huh. по, по торгам. И, и, и вполне не, не исключено, что случится второй шатдаун американского правительства. Первое, это была катастрофическая ситуация, я бы сказал, беспрецедентная. Сколько там, 16 дней? Почти, угу. почти две, недели две, недели, не, да. две недели не работало американское правительство. И если это случится во второй раз, то это вполне может оказаться переломным моментом снижения доверия. Угу. Снижение доверия как мировых инвесторов, так и американского бизнеса и к сворачиванию позиций. Как к сворачиванию бизнеса в самой Америке, так и к выходу инвесторов из, из позиций в американском фондовом рынке. Uh -huh. Это может привести, соответственно, и к снижению инфляции, к снижению роста. И на повестке дня появляется дефляция. Так. Она, насколько я помню, не появлялась в Америке с, со времен дели, Великой Депрессии. Депрессии. да. Да. И, в общем-то, в этом состоит одно из наших шокирующих предсказаний: что события будут развиваться именно таким образом, и в Соединенных Штатах разовьется дефляция в uh -huh. середине следующего года. Как раз к тому моменту, когда э, если, если события будут развиваться именно таким способом uh -huh. в январе, если действительно будет опять конфронтация, опять будет шанданом американского правительства, то вполне вероятно, что это приведет к дефляции, к дефляции американской экономики. Uh -huh. Так а за дефляцией, что мы можем увидеть? А за дефляцию, за, за дефляцию можем увидеть стагнацию на десятилетия. Это для того, чтобы посмотреть, к чему приводит дефляция, мы просто смотрим на Японию. Да, да, да. Это страна, которая в дефляции застряла на два десятилетия. Угу. То есть отсутствие, отсутствие экономического роста. Ясно. Ясно, так. И следующее предсказание, угу. это, по-моему, последнее у нас. Да, последний. да. Последнее предсказание Яс, о том, последний. о том, что количественное смягчение может трансформироваться в комплексную программу поддержки ипотечного рынка. Выражаться это будет в том, что будет объявлен полный выкуп всех бумаг, обеспеченных ипотекой. Так. И практически... Их не осталось уже там практически, да? <связано> да их осталось. И если, допустим, сейчас ежемесячно происходит выкуп облигаций на 85 миллиардов угу. долларов, то при введении этой программы эта сумма увеличится до 100 миллиардов угу. долларов ежемесячно почему это может случиться почему почему это может стоять на повестке дня мы видели что рынок американской недвижимости и, и ипотеки он на самом деле очень слаб буквально малейшее движение процентных ставок в середине этого года привело к тому что рынок просто встал угу. встал и и даже и даже просел но, с другой стороны, этот рынок он системообразующий для американской mm -hmm. экономики. Это часть, часть культуры, часть это, это их флагман. Каждый должен иметь свой дом, и по сути это один из главных показателей экономической активности и уверенности потребителя это mm -hmm. количество количество закладываемых новых домов. В случае проблем на ипотечном рынке активность, на, активность на, на рынке недвижимости будет моментально парализована. Uh -huh. Поэтому для американского правительства будет к, крайне важно с, с, сохранить и поддержать ипотечный рынок. И единственный инструмент, который у них остался, uh -huh. это просто вести массированную стопроцентную скупку бумаг обеспеченных, обеспеченных ипотекой. Uh -huh. Кстати, возвращаясь к рынку недвижимости Соединенных Штатов Америки и к проблемам... Ипотечного рынка надо напомнить на всякий случай, что кризис, последний кризис 2008 года как раз Конечно. начался именно, да? Начался именно из этого, да. Ну э -э -э я бы сказал, что э -э да, э Кризис начался на этом рынке, но причины там немножко другие, а причины, а причины те, что ипотеку, если мы говорим конкретного причина кризиса, uh -huh. то, то это были субпрайм, ипотечные кредиты, это кредиты, которые давались абсолютно необеспеченным не ну, слоям то, общества, да. то есть люди, у которых не было вообще никаких доходов, uh -huh. у них даже не было, не было денег на первый взнос. Они без первого взноса получали дом. Да, я, я помню даже такую фразу. У них не то, что не было работы, у них даже не было желания работать, <laughs> собственно. У них не было желания. И не возникло после того, как они получили этот самый кредит. Ну да, и получается им просто дарили дом э да -да -да. на эти мизерные процентные ставки. И э, я бы сказал, не то, что у них даже не было желания работать, у них не было даже желания и намерения выплачивать ипотечный Совершенно кредит. Верно. Соответственно, э, как только волна невыплат, э, но при этом было и большое количество э, честных заемщиков, uh -huh. которые выплачивали кредит. И э, вот это вот э, субпраймы, они распро распространялись в этой общей массе угу. какая-то раковая опухоль да, 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 да. и когда их масса перевалила какую-то критическую массу вот вот тогда собственно и, 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 и начался да. начал развитие кризиса. Угу, угу. но это уже другой вопрос это но, другой да в данном случае есть мнение что и, и, и один из наших прогнозов один из наших шокирующих прогнозов что Соединенные Штаты пойдут на стопроцентный выкуп всех бумаг угу. подкрепленных ипотекой угу. Я понял. Хорошо. Значит, собственно, все 10 прогнозов были озвучены. У нас осталось немножко времени, <связывание> 5 минуточек, 4 минуточки. Значит, у меня просьба какая? Мы давай сейчас с тобой каким-то образом это все подытожим. И, наверное, было бы логично сейчас посмотреть на все, что ты озвучил с точки зрения реакции, точнее не так, с точки зрения возможных событий в России. Потому что, ну понятно, опять мы возвращаемся к тому, что мы живем в глобальном рынке. Вот э, очевидно то, что если да, цены на нефть там, сни снижаются ниже 100 до 80, мы это почувствуем, естественно. С другой стороны, дефляция в США. Почувствуем мы это в России или нет? Или, допустим, там тот французский индекс упал на 40 процентов, или в Германии рецессии. Вроде бы это все относительно далеко, да, как-то. А, Но ну, очевидно, что наверняка и мы-то на своей шкуре это тоже... Сразу же, да, на своей коже почувствуем. Я думаю, что из всех предсказаний действительно динамика цен на нефть ⁇ это то, что может больше всего отразиться uh -huh. на, на, на России. Uh -huh. Дефляция в Соединенных Штатах, проблемы в Европе, в Европе. Тем не менее, что бы там ни происходило, наши главные продукты, нефть и газ, они, они по-прежнему будут пользоваться спросом. Uh -huh. Есть, есть силы в мире, мы видели, это Соединенные Штаты и, и конкретно лобби добытчиков сланцевой нефти. Эти силы будут поддерживать нефть на, на ценовых уровнях выше 100. Иначе просто им придется закрыть свои месторождения. Так что для России я здесь не вижу каких-то отрицательных сценариев. Сильно отрицательный, да? да? А да. вот такая тема, связанная с хрупкой пятеркой, туда не попала, хотя мы все-таки развиваемся, а, а рубль не попал. Россия туда не попала по одной простой причине, опять же... Потому что у нас есть нефть. У нас есть нефть, у нас положительный текущий баланс, у нас нет проблем с кредитованием, потому что... Опять же, потому что да, он да, положительный. Потому что положительный, совершенно верно. Под... И, кстати, опять, если вспомнить лето текущего года, когда мы говорили с тобой, да, тестировали как раз вот это mm -hmm. все дело на, на возможную реакцию, упало и бразильский да, реал, и индонезийская рупия упала, а рубль устоял, снизился. Ну, там, и... там процентов 5, по-моему, не больше. Да, да. Поэтому я, я не вижу здесь каких-то мрачных перспектив для uh -huh. России. Uh -huh. Самое главное это не расслабляться, развивать альтернативные отрасли, э, вносить разнообразие и диверсификацию в свою экономику. Uh -huh, uh -huh. Э, потому что ну, рано или поздно будут, будут изобретены новые технологии, э, которые удешевят добычу сланцевой нефти. Uh -huh. А может быть и вообще энергии. Вот я тоже подумал источники энергии. Совершенно верно. Вот. И, соответственно... как, как жить тогда, да? То да. есть об этом надо думать сейчас. А, об этом надо думать Раньше сейчас. мы рассуждали о том, что вот запасы нефти там считали, сколько нефти еще у нас? О, хватит там, на много и много поколений. Но сейчас надо задуматься о над тем, что высокие технологии не стоят на месте. Технологии, в принципе, не стоят на месте, и не исключено через какое-то, может, непродолжительное время, да, и да? действительно появится новый источник энергии, и тогда и о нефти и забудем. Ну а с точки зрения обычного рядового инвестора практически в каждом из этих сценариев, наверное, очень здорово иметь в своем портфеле какую-нибудь такую безопасную гавень в виде золота угу. или, или в виде тех же нефтяных фьючерсов. Угу. И в, этом, и в этом случае надо сказать, да, что даже если какой-то из сценариев сегодня озвученных реализуется, имея защитный актив, все-таки да, ваши актив, потери будут гораздо скромнее. Ваши потери будут, да. да. Это самое главное. А может даже и, и удастся заработать. Да, я, я, я обойдемся без потерь. Игорь, спасибо огромное. Ну что ж, друзья, я благодарю Игоря Добрована, главу представителя Сакса Банка в Москве. Озвучил он сегодня шокирующие предсказания на 2014 год. Ну, мне кажется, в преддверии наступающего Нового года, наверное, надо пожелать, чтобы эти предсказания не сбылись. Пожелаем, чтобы эти предсказания не сбылись, чтобы все развивалось по более позитивному. Спасибо огромное. Успехов на рынке. До свидания.